Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Свекла является довольно неприхотливой овощной культурой, однако для общего развития не лишним будет узнать об уходе в жаркие летние периоды. Начнем с полива. Свекла любит воду и в сильную жару с вытягивающим влагу ветром. Полив осуществляется каждый день утром или вечером, когда солнце наименее активно. Поливать лучше всего дождевой водой, ведь свекла реагирует на такой полив бурным ростом. Но в жару дело понятное, дождей мало, поэтому используем колодезную воду или из скважины. Смотрите по состоянию просыхания верхнего слоя почвы. Как только 3-4 см просыхает, поливайте без раздумья. Поливаем по ботве методом дождевания. Свекла это любит. Но важно понимать, что за 10 дней до выкопки все поливы и подкормки нужно прекратить. О дефиците влаги говорит пожелтение листьев. Они начинают вянуть и частично опадать. Если ваша земля глина, то обязательно сбивайте корни на поверхности хотя бы раз в неделю, иначе из-за недостатка кислорода свекла будет болеть и не вырастет до нужных размеров. Во время жары подкормки не осуществляются. Если жара затяжная, то добавляем удобрения прямо в лейку. К примеру, раз в неделю добавляем по 2-3 столовых ложки просеянной золы. Также свекла неплохо отзывается на гумат калия. Можно чередовать, добавляя также по 1 чайной ложечке при поливе раз в 5-7 дней. Также в жару я всегда мульчирую почву перегноем. Такой прием позволяет экономить влагу. И плюс, из-за частого полива свекла получает нужное питание из перегноя. Отличным решением будет внести нитрофоску или барафоску, 1 столовая ложка на 1 квадратный метр. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!